Обвиняемые в падении башенного крана на улице Жукова выступили с последним словом в суде. Учредитель группы компании «Жилстрой Just Fit Life» Виктор Полукаров и ее директор Константин Семенов заявили, что не считают себя виновными в трагедии. Напомню, она произошла в октябре 2015 года. Башенный кран, принадлежащий компании «Жилстрой», упал со стройки на проезжую часть. Погибли 4 человека. Позже оказалось, что конструкцию установили с нарушениями. Константин Семенов в последнем слове рассказал, что строительные работы на участке на тот момент вела уже другая компания, а учредитель Виктор Полукаров заявил, что настоящие виновники не найдены. Отмечу, что через неделю с последним словом выступят другие обвиняемые: начальник участка Сергей Масленкин и крановщик Федор Елькин. Руководитель какой организации и кому дал указание эксплуатировать башенный кран? Доказательств того, что такое указание якобы было дано мною, нет и не было в природе.